Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем пройдить игру по названием Dark Souls 2, и мы с вами... Я даже не знаю, где мы. Вот, мы, получается, в Темнолесье. Темные руины. Так, начнем с того, что мы нашли какой-то ключ. Здесь до хера призраков, в лес я тут страшно не вернусь. Идите в сраку. Теперь он будет постоянно, да, на меня нападать. Это чувак, которого мы освободили, если что. Вон оттуда. Он теперь будет к нам, походу, в гости приходить. Места все страннее и страннее. Магический болт. Так, я вижу, там кто-то сидит. Сидел. Мне интересно, что это за херня. Это они эту херь делают? Манать место странное. Максимально стало рано. Обломок титанита, окаменевшая кость дракона. Да ладно. Оно еще живое. Так, вопрос. Вазы разрушаемые вот таким образом. Ух ты ж, ёбаный в рот. А это ты? Ха. А я знал. Я знал. Ой, бля. Свет жизни.
Так, ящерка, ядовитая ящерица. Давайте я бежу, посмотрим вообще, что здесь есть. Вы восстанавливаетесь? Что ты делаешь? Он не бьет, вы видите? Пиздец. Что за бредятина? Он не сразу нажимает атаковать. Ну да, почему я должен сдохнуть из-за того, что, блядь, видите ли, мой персонаж не хочет так атаковать. Ну атакуй дальше, ну чё ты стоишь? Больше ветвей нету. И я лучше NPC вас подниму, чем вот это за ящиком идти сраным. Знаете, если бы я сейчас упал, было бы весело. Давайте, если так, я уже тогда колечко поставлю, все равно мне за это опыт не дают ни хера. Душа отважного воина. И хуйня какая-то. Так, у меня два варианта. Я, во-первых, могу спрыгнуть вниз. Это раз. Либо исследовать это все место. Не, я не хочу с ними драться. Короче, идемте в ту дырку. Посмотрим, что там. Сдохну. Обидно. Старик какой-то сидит. Наводящийся сгусток души. Наводящийся сгусток души. Над головой колдуна появляется сгусток души. При выстреле они преследуют цель. Рассказывает, что это заклинание придумали могущественные колдуны, но это имя давно забыто. А, как же далеко стало забираться нежить. Какая милая нежить. Слишком живой. Но тень ненависти над тобой еще не готов. Глубокой тьме. Как и любой нежить, будущей у тебя нет. Ох, не обращай внимания, я сам с собой разговариваю. Но если ты поймешь, что ищешь истину, тьму, мы еще обязательно встретимся. Тьма лишь заражается в тебе. Да, освети тьма твой путь.
Как я понимаю, это озеро мертвых, да? А-а-а. Нихуя не понял. Задницу. На самом деле, вот я из первой части уже помню, это довольно опасные враги. Поэтому лучше с ними дело не иметь. Мерцающий титанит, хорошо. О, ключ-клык используется. Спасибо за помощь. Я Орнифекс. Если тебе трудно, загляни в мою обитель. Это прямо по пути. Спасибо тебе, добрый старик. Буду думать. Я смогу тебе помочь, если ты поспешишь. Посетишь мой дом. Ты меня куда-то отправишь? О, плюс ветвь. Ну смотрите, а если бы я тогда не использовал, я бы сюда не попал. По факту. Душа отважного воина. Огненная бомба. Это вот эти призраки, да, которые в озере смеются. Да, давай упади еще, приятель. Так, а сейчас думаем, использовать ветвь или не надо. У меня еще до хера осколков неиспользованных. Как я понимаю, я превращаюсь в камень, да, если оно проклятие на меня накинет. А зернышки тьмы я оставил там, в ящике. Печально. Я смотрю, они тоже окаменение накладывают. Ключ каменной фароса, душа отважного воина. Thank you.
хера ты? Я не ожидал такого. Я думал, они просто один удар делают. Ну нахер я к тебе подойду? Знал, что вы умеете столько атак делать. Буду вас с лука хуярить. Давай, ты хочешь сказать, ты же туда не попадешь, а я буду по ногам стрелять. Ясно. Поймите, я рисковать не хочу с собой. Да, снарядов у меня уже много нету. Призраки, которые нельзя помечать. Эти херовины, которые тебя хуяк-хуяк. Тебя уже нет. Так, у меня что? Получается, одна ветвь, да, есть? Либо я мог получить сундук. А, я мог получить два сундука, либо очистить труп. Интересно, ветви ограничены. Давайте я лучше оставлю на NPC пока что. Так, огненная бабочка, факел. Так, туда как-то еще попасть можно. Как-то на меня проклятие и подействовало, как бы не подействовало. Блокируют используемые стрессы в определенных местах. А как мне тогда пробежать? Я знал, кто там ходит еще. Ну дальше атакуй, ну ч... Сука, тупая!
меня сейчас эти сломаются, ёбаный ру. Потерпи, пожалуйста, одежда. Я понимаю, что тебе уже... Мне костерчик хотя бы где-то найти. Еще камень Фароса. Ненавижу. А, нихера, это шо, босс? Бердыш. Бердыш, секира с большим лезвием. Размахиваешь пошире, можно наносить рубящие удары на расстоянии, но при этом владелец оказывается очень уязвим. А, серьезно? Да ж так? Я думал, это босс. Давай попробуем, поднимайся. Ой-ой-ой, ты поднялся! Я думал, ты не поднимешься. Но это будет долго. Ждите, короче. Все, осталось каких-то пару тычек. Мне кажется, у меня лук быстрее сломается, чем я его убью. Прикиньте, это был не босс. Ладно, с мечом проблем, то ладно. У меня кольца ломаются. У меня штанишки скоро сломаются. Вы понимаете, если я костра не найду, уже все гг. Вещи. Второе кольцо дракона. Второе кольцо дракона увеличит здоровье, выносливость и максимум нагрузку. Нормально улучшает. Второе кольцо. Кольцо с печатью дракона дарует своему хозяину защиту драконов, увеличивает здоровье, выносливость и максимальную нагрузку, но легко сломается. Ролд рыцарь Дангрин верно служил королю, защищая крепость до самых своей смерти. Считалось, что он бережно хранил это кольцо в течение всего
срока службы. 25. А у моих остальных... А, тогда понятно. Серьезно? Это не эта атака. Я не хочу рисковать своими доспехами, своими вещами. Куда я вообще иду, вопрос. Нахуй. Мне так стрёмно, ты еще ко мне бежишь, чел. Да, давай скажи, что ты еще со мной побежишь сюда. Он мне проклятие дает. До свидания. Он со мной бежит, но не хочу умирать. Ага, то есть сюда ты не можешь войти. Да, было бы классно, если бы ты меня достал оттуда. Так, подожди, сейчас мне интересно, ты мне все починил? Да ладно. Это нужно покупать.
Это нужно купить тогда. Если оно все восстанавливает, это нужно купить. До свидос. Все, мне посрать, чел, я тебя и так убью. Почему типа так сложно? Почему я должен страдать? Вот зараза, и он еще и убегает постоянно. Короче, ждите, пока его убьют, и все. Опа, опа, мы вернулись. Опа, мы вернулись. Та-та-там, та-та-там. Доспехи Венгарда, перчатки Венгарда, сапоги. А где шлем? А точно, у него же головы нету. Ни хрена! Они охерительные. Это доспех носит свирепый Вангерл из Форосы. Венгер известен как яростный непобедимый воин. Даже львиные рыцари Фороса, прислатлавшие свой жестокостью, держались от него подальше. Это который в битвах типа постоянно побеждал. О, смотрите, а перчатки здесь получше будут. Но перчатки тогда и я эти одену. Но штаны, понятно, похуже. Мне бы доспех, блин, надеть. 72. Ну... Да. Ну как вы видите, типа там от силы, и у меня плюс еще добавка идет. Плюс-плюс. Плюс-плюс. Либо это плюс от сета, типа. Пойти что ли отдохнуть? Костра. 21 тысячу не хочется терять. Факел. Ай, боже мой, как ты надоел, чел. Стоп, я тут был? Но я могу туда спрыгнуть. Давайте делаем таким образом. Я сейчас пойду отхилюсь.
отправлюсь, прокачаюсь. После чего мы с вами снова сюда и приходим. Пробегаем это все место. И спрыгиваем вниз. Если я там умираю, ну, похер. Как вам идея? Поэтому давайте я сейчас приду, чтобы время меньше тратилось. Я ящерку убил. Я ящерочку убил. Обломок титанита. Обломок титанита. Три обломка. Камень разрядов. Ух. Та-та-та-ра-та-та-та. Неужели это снова тот призрак? Камень огнева Дрейка. Ладно. Хер. Во-первых, нету больше скорпиона. Но кто-то дышит. А-а-а. Точно, это ты. Скажу сразу, я падаю, умираю. Я на этом заканчиваю, когда падаю. Я падаю, умираю и на этом заканчиваю. Фух, он тоже... На один раз. Жалко, что туда попасть не могу. Если что, мы с... Блин, ну пойди, я должен умереть. Лайфхаки? Лайфхаки. Говорить? Leave me be. Оставь меня. I like it quiet. Я предпочитаю тишину. Leave me Оставь be. Меня. А кто ты? Зачем ты здесь, странник? Можешь взять меня, Ангард, если я вообще заслуживаю имя. Мне редко удалось поговорить. Это довольно приятно. Давным-давно меня напали для защиты королевства, наверное. Долгий кровавый бой. А потом кто-то убил меня. Или так мне казалось? Очнувшись, я уже был таким. Не знаю, как это получилось, но все не так плохо. И вот теперь, вдали от войн, я думаю о прекрасном, смотрю на ночь, небо и слежу за холодным временем. Я устал от сражений, но не понимаю этого до недавних пор. Мне неведомо, что провело тебя сюда. Ты не услышишь от меня этого вопроса. Возможно, ты несешь тяжкое бремя, но разве не такая судьба уготовлена каждому из нас? Я предпочту не вмешиваться. Однако я должен предупредить тебя кое-чем о моем теле. Вперед мной представлю видение. Мое безголовое тело где-то безумное без меня. Вооруженное моим мечом. Мечом созданы с единственной целью – убивать. Мое тело не знает жалости. Если увидишь его, держись от этого кошмара подальше. Каждый день я узнаю что-то новое, что-то, что нельзя было узнать в бою. И благодаря тебе, я вспомнил о радости общения. Если я могу помочь тебе. Если тебе что-то понадобится, говори. Жест обезглавливания. Купить предметы. Ё-моё. Большие стрелы разрушения. Взрывается и наносит урон молнии. Так, приятель, а мне бы твой меч. Насколько он хорош? Красная ржавая сабля, двуручный меч, клеймор, ржавый красный меч, красный ржавый щит. Мне бы вот этот меч взять, на самом деле. Статус игрока. Ай-яй-яй,
Не могу ничего купить, если, ну, чё, если что, он, я понял, кто это. А, так значит, это тебе удалось одолеть мое тело. Это же все-таки мое тело. Я чувствую все, что с ним происходит. Но я не оскорблю о нем. Это счастливое избавление. Если тебе понадобится помощь, призови меня. Я уже не тот, что раньше, но я готов биться за тебя. О, нихуя себе. Не буду лгать. Иногда я думаю о том, что стало с королевством. Я был наемником, да, но мы солдаты всегда смотрели в глаза смерти вместе. И для ее величества. Я боюсь. Но, пожалуйста, это и к лучшему. Мы не знали, за что сражались. Я родом из Фороса, далекой восточной страны. Я родился в тяжелое время. Мой народ уже долгие годы вел войны с соседями. В результате наше королевство пало, а мой народ разбросало по всему миру. Все, что я видел, это война, и я представить не мог другой жизни. Каким же оно было бы? Я благодарю за эти мирные дни, за этот покой. Но эта радость только здесь и сейчас. Почему жизнь так жестока? Благодарю тебя, приятель, никогда я не готов слушать мою болтовню. Вот, возьми, мне это больше ни к чему. Шлем. Опа-на. Ступай, пусть твое приключение продолжится. Я не буду... Так, это было... Все, я увидел его голову, вот. Так, у тебя голова дракона, оказывается? А-а-а, это шлем такой. А ну-ка. Ну, пока что, думаю, можно шлем поносить. Душа гордого рыцаря, человеческая фигурка. Так, ну короче, как я понял, это то, о чем я думаю, да? Это тот самый лес. Ну что, тогда давайте я, наверное, даже использую просто телепорт. Да и все. Не обнимается. А так, знаете, можно посмотреть, где шмотка лежит, и просто туда пойти. Духи просто так сюда не придут. Ну что, в принципе, давайте, я думаю, на этом мы закончим. Следующий... Я, наверное, пофармлю, ребят, душ, дохуя душ. Где-то в районе 500 тысяч, не. Ну сколько, в принципе, заход может дать мне? Ну, 1000 хотя бы 200 чем-то. И все, в принципе, если когда их нафармлю, я ударюсь в ХП. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!